земля Новороссии, раскинувшаяся от Харькова до Одессы, всегда рождала героев, которые совершали чудеса отваги, защищая родину, свой народ и свою землю. Эти герои побеждали полчища Дария и Александра Македонского, турецких султанов и монгольских ханов, английских и французских интервентов, немецких нацистов и их союзников. Сегодня в Новороссию опять пришла война. Война киевской хунты против собственного народа. И опять, как всегда в прошлом, на защиту своей свободы, своей земли, своего языка и веры встали миллионы людей, каждый из которых достоин того, чтобы войти в историю. История о человеке в десантной тельняшке. Иногда героями становятся люди, порой абсолютно чуждые любой публичности. Может ли стать героем директор ритуального агентства из провинциального городка? Оказывается, может. Игорь Безлер, командир народного ополчения города Горловка Донецкой Народной Республики. Сегодня его именем, наверное, пугают молодых боевиков правого сектора. Его личность обросла в украинских СМИ легендами. СБУ и украинские телеканалы считают, что его позывной «Бес», и выкладывают в интернет фейковые записи его переговоров с другими ополченцами. Украинские СМИ с непонятным упорством называют его действующим подполковником Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации. Хотя на самом деле все значительно прозаичнее. Еще несколько месяцев назад Игорь Безлер занимался в Горловке ритуальным бизнесом, охраной и общественной деятельностью. О ранней биографии Безлера известно мало. Ходят слухи, что он служил в советской армии, в ВДВ, и принимал участие в войне в Афганистане. Был награжден орденом Красной Звезды. Никакой информации о связях Безлера с ГРУ, как и с другими спецслужбами, нет. Но когда неофашисты захватили власть в Киеве, а потом буквально постучались в двери к жителям Донбасса, отсиживаться дома предприниматель не стал. Благодаря знанию военного дела он стал одним из координаторов местного ополчения и уже очень скоро показал киевским воякам, что такое ветераны советской армии. Дело в том, что в Горловку для диверсий против ополченцев и похищения людей была заброшена группа самого элитного спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа». Благодаря прекрасно организованной системе безопасности в Горловке, Безлер не только не попал в руки к спецназовцам, но и захватил в плен троих из них, живыми и невредимыми. Разведка вовремя предупредила командира ополченцев о визите непрошенных гостей. И их скрутили так быстро, что они даже не успели сделать ни одного выстрела. Несмотря на то, что патроны в их оружии были досланы в патронь. Позже сын одного из них якобы написал у себя на страничке в социальной сети: «Мой папа хотел словить двух сепаратистов и сдать бандеровцам, а теперь сидит без штанов с мешком на голове. Плакал мой новый планшет». Операция, проведенная Безлером, сильно деморализовала киевских вояк. Впоследствии на альфовцев обменяли народного губернатора Донецкой области Павла Губарева и других бойцов сопротивления, которых хунта держала в Киеве и подвергала пыткам. Сегодня Безлер продолжает укреплять оборону Горловки. Ситуация там непростая. Город полностью блокирован армией, национальной гвардией и карательными батальонами националистов. И только силы ополчения удерживают город под контролем. Просыпаясь утром, добровольцы не знают, что их ждет вечером. Награда за голову каждого защитника Донбасса составляет десятки тысяч долларов. Но Безлер с соратниками продолжают делать свое дело, потому что сегодня героем должен быть каждый.